масштабный остросюжетный сериал, который явно будет обсуждать вся страна. Это будет сенсация. Именно так про новый сериал, который уже совсем скоро будет показан на крупной киноплатформе, говорит министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. Политический триллер-спойлер. Сюжет создатели держат пока в тайне. Зато известен состав актеров, поистине звездный. Светлана Ходченкова, Максим Матвеев, Артем Михалков, Андрей Смоляков. И самое главное, сериал снят в Нижнем Новгороде. Это эксклюзивные кадры будущего блокбастера. Их предоставили только нашей телекомпании. Олег Беркович проводит зум-конференцию с участниками специальной комиссии. И они обсуждают, как будет развиваться киноиндустрия в нашем регионе. Ведь мы все больше становимся привлекательными для фабрики грез. Главная задача кинокомиссии – это поддержка фильмов, которые снимаются на территории Нижегородской области. Когда приезжают снимать большие работы, большие фильмы, большие сериалы, всегда задействуются силы нижегородцев, привлекаются наши дизайнеры, наши актеры, там огромное количество технического персонала. Приезжают знаменитые актеры, которые выкладывают наш красивый город в своих инстаграмах, рассказывают, какой Нижний прекрасный, потому что он действительно влюбляет в себя. В небольших инвестициях страны и государства эффект может получиться очень хороший. Только в 2020 году на территории региона сняли несколько крупных фильмов и сериалов. Зрители увидят на экране Нижегородскую ярмарку, набережные, Большую Покровскую, стадион. Увидит зрителей Нижегородский телецентр изнутри. Например, здесь, в студии нашего канала, проходила большая часть съемок как раз сериала «Спойлер». А, пожалуй, самым узнаваемым местом по кинофрагментам стала наша стрелка. Вот, например, именно с кадра, где запечатлено слияние Оки и Волги, начинается официальный трейлер комедии «Пара из будущего». Главные роли исполнили известные актеры Сергей Бурунов и Мария Аронова. По сюжету семейная пара из 2040 года попадает в наши дни, и именно в Нижний Новгород. Город в фильме словно третий герой. Настолько красивым его показывают создатели фильма. Доброе утро! Сейчас 6 июня 2040 года. Подтвердите, что вы на самоизоляции. А вообще удивительные виды нашего региона манят режиссеров и операторов не одно десятилетие. У нас проходили съемки фильмов «Я худею», «Жмурки», «Сибирский цирюльник», «Китайский сервиз», сериал «Метод» и многие другие. Не случайно актеры и режиссеры часто называют нас настоящей киностолицей страны. Наталья Лисова, Владимир Гайдай и Алексей Калякин. Время новостей.